Бога. Но сейчас давайте смотреть самые опасные моменты этого матча, смотреть еще раз. Мы видим в который раз опасный удар в исполнении Зорана Тошича. Ну, опасным он, наверное, показался нам. Ну, а Александр Гудер все контролировал. Он, как и надо, отвел мяч в сторону. И в итоге реальной угрозы этот момент воротам Оренбурга не представлял. Ну и дальше вот он, тот самый удар в штангу от Марио Фернандеса. Несколько похожих рейдов в штрафную с правого фланга Марио Фернандес сделал. Ну и в итоге все было увенчано вот таким ударом. Мимо Александра Гутера ничего он уже не смог сделать с голкипером футбольного клуба Оренбург. Но мяч в итоге попал в штангу, и угроза была отведена. Ну а вот самый опасный и, возможно, самый спорный момент с этого матча у футбольного клуба Оренбург. Игорь Акинфеев блокирует удар Анзора Саная на линии. И, конечно, здесь ни с одного из этих повторов невозможно разобраться, пересек ли мяч линию ворот. То ракурс не тот, то Игорь Акинфеев делом перекрывал мяч. И, опять же, его положение в момент сейва определить невозможно. Ну а дальше были несколько интересных атак у футбольного клуба Оренбург. Было несколько перспективных атак у московского ЦСКА. И после паузы на водопой, после довольно серьезного внушения от Леонида Слуцкого своим игрокам, одна из атак ЦСКА увенчалась успехом. Совсем скоро мы ее увидим, покажет Леонид Слуцкий. Расстроен, не получается атакующая игра у ЦСКА, опять же, наверное, не в последнюю очередь из-за того, что просто очень некомфортные погодные условия здесь были в Оренбурге. Ну и вот та самая атака, которая принесла ЦСКА успех, подача Марио Фернандеса, скидка Понтуса Верблума и решающий удар Романа Еременко. Аккурат в уголок, и, конечно, эту траекторию не мог ни прочитать, ни перехватить Александр Гутер, который также провел великолепный матч, но в этом эпизоде, пожалуй, у белорусского голкипера никаких шансов спасти свою команду не было. Ну а Роман Еременко, можно только похвалить за такой удар, безусловно. Мы должны отмечать эти вещи, так же, как и подачу Фернандеса великолепную, так же, как и акцентированную скидку со стороны Понтуса Верблума. Один из последних эпизодов, который стоит выделить, у футбольного клуба Оренбург. И здесь, опять же, здорово действовал Дмитрий Ефремов, здорово Прудников сумел все-таки подстроиться под этот мяч, но пробить было очень сложно, но и в итоге удар получился совсем не акцентированным.